ТВ-РУС Плюс. Смотри лучшее на этой планете. Внимание! Телеканал ТВ-РУС Плюс перешел на новый формат вещания. Для того, чтобы продолжать смотреть ТВ-РУС Плюс, необходимо просканировать телеканал на вашем приемнике. Как это сделать? Нажмите на пульте управления вашего ресивера кнопку «Меню» и зайдите в раздел «Установка». Далее в раздел «Список транспондеров». Здесь необходимо выбрать спутник Hotbird и частоту 11.034 МГц. Далее нажмите кнопку «Поиск» на пульте управления ресивера и в новом окне с меню «Старт». Теперь ваш ресивер выполняет сканирование и поиск всех каналов. После завершения сканирования на экране появятся все каналы, которые можно смотреть через спутник Hotbird. Перемещаясь по списку каналов, вы найдете телеканал ТВ-РУС Плюс. Чтобы телеканал ТВ-РУС Плюс не затерялся в списке других каналов, вам следует добавить его в «Избранное». Нажмите на пульте управления ресивера кнопку «Меню». Далее раздел «Канал». В появившемся окне переходим на «Менеджер ТВ-каналов» и нажимаем на белую кнопку пульта управления ресивера и добавляем телеканал ТВ-РУС Плюс в список избранных каналов, после чего нажимаем «ОК». Готово! Приятного просмотра!